Новые знания, новые возможности. Это проект, который в этом году стартовал в Орле. Общественная организация «Академия культуры» на занятия с особыми детьми получила президентский грант. Дети учатся разным ремеслам. Итогом этих занятий станет благотворительная рождественская ярмарка. Она пройдет 16, 17 и 18 декабря. Средства планируют выручить на подарки для 300 детей. Мы будем собирать деньги для рождественской елки для детей интернатных учреждений, которая будет проходить 22 декабря в Театре «Свободное пространство». Это елка ежегодная.